Рад тебя снова видеть, призрак. Призрак – это суперагент, у которого стерли память. Случилось что-то ужасное, о чем этот парень захотел забыть. Все получилось. Призрак не знает даже, как его зовут. Сядь! Но теперь призрака хотят убить вполне реальные наемники. А за что? Теперь агенту, чтобы выжить, нужно вспомнить худший день в своей жизни. Как же? Теперь лучше. А тут еще под ногами крутится бойкая красотка. То ли ее спасать, то ли себя. Память не нужна. Инстинкты подсказывают призраку. Эта девчонка, которую он нашел под Воронежем, лучшая в его жизни. Ни разу не размазня, не мямля. Но по большому счету, мне кажется, что это очень положительный персонаж. И он очень добрый. Как себя чувствуешь? Побитый. Но в целом ничего. Ну, пару синяков было. Я как-то, в принципе, по долгу службы постоянно хожу в синяках. В лучших традициях боевиков призрак почти успел соблазнить красотку между драками, но опять бежать до слез обидно. В этом боевике отличный юмор. Несмотря на бодрый ритм, успеваешь заметить массу деталей. Ну и шуточка у тебя. Залезай. Залезай. Опять? Это делали люди, которые любят кино. Отличный боевик для летнего вечера. Мне надо его увидеть. Павел Прилучный и Лукерия Ильяшенко в боевике «Призрак». Урок номер 3. Будь всегда начеку. 3-4 серия боевика «Призрак» сегодня на Первом канале. Мария Глебова, Первый канал. 3.